Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу ринга боец, рост 180 сантиметров, вес 84 килограмма ровно, возраст 26 лет, мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по вольной борьбе, чемпион международного турнира по ММА по версии Pro UFC, чемпион Суперкубка России по ММА по версии Mixed Fight. 6 побед, 3 поражения. Из города Алматы, Казахстан, приветствуйте, Рамзан Легионер Алгериев! Его соперник в красном углу ринга, боец, рост 180 сантиметров, вес 84 килограмма ровно, возраст 24 года, чемпион Ставропольского края по ММА. 2 победы, 1 поражение. Из города Ставрополь, Россия, приветствуйте Иса Сулейманкадзе! Рефери в ринге Ашот Ашуген. Ну что же, первый четвертьфинальный поединок весовой категории до 84 килограммов. Рамзан Алгериев, это очень серьезный боец. 6 побед и 3 поражения у него в карьере. Начинал он в далеком 2009 году и начинал он с поражения от Магомеда Расула Хасбулаева. Проиграл он тогда болевым на ногу в первом раунде, затем было 3 победы и 1 ничья. Победа над Рашином Абдурахмановым, Евгением Мезиным и Михаилом Дроновым, ничья с Маратом Хугаевым и перерыв с 2010 по 2014 год. Рамзан не выступал. Затем вернулся и с тех пор провел он 3 сначала победных поединка на турнирах «Беркут». И 2 последних боя уступил, но уступил кому? Игорю Свириду и Ренату Латифову. Вот таким серьезнейшим спортсменом. Но Иса Сулейманкадзеев... Лично я нашел информацию только по одному официальному его профессиональному поединку. Проиграл он гильотиной в первом раунде Ибракиму Баширову в позапрошлом году. Но, видимо, после этого еще было 2 победы, которые, в общем-то, на статистических сайтах по смешанным единоборствам не отражены. А может быть и до этого. Но сейчас Алгериев забирает спину без каких-либо серьезных проблем. Обороняется Иса Сулейманкадзеев. И удушающий, который плавно переходит в рычаг локтя, заходит Алгериев. Отличная позиция. Здесь очень серьезные проблемы, это мягко сказано, у Сулейманкадзеева. Классическая позиция для проведения сейчас рычага локтя. Рамзан, легионер Алгериев, именно ее занимает. Разрывает он защитный захват Исы. И последние секунды встречи сдается Иса Сулейманкадзеев.